Здравствуйте. В продолжении темы Армении, вы уже упомянули о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уведомил, что не сможет приехать на саммит ОДКБ, который пройдет в Минске 23 ноября. Так вот, насколько интенсивны сейчас контакты между Россией и Арменией в дипломатическом поле? И какие вопросы обсуждаются в первую очередь? Ну, конечно, интенсивно. В первую очередь обсуждаются все договоренности, которые были достигнуты на высшем уровне, которые были оформлены в качестве соответствующих документов и, естественно, контакты в существующих механизмах, о которых я сказала, опять же, в реализации договоренностей на высшем уровне. Конечно, у нас интенсивные контакты по нашим взаимным обязательствам, по соглашениям, по двусторонним отношениям, но, безусловно, мы не можем не фиксировать и порой агрессивную, выходящую вообще за рамки чего-то адекватного риторику отдельных политиков на территории Армении в адрес не только российских государственных представителей, но и журналистов, экспертов и в целом нашей страны. Мы не можем на это не реагировать. И, безусловно, есть еще конкретные действия и шаги, которые предпринимает официальный Ереван, который также не соответствует всему тому, о чем договаривались, всему тому, под чем подписывались, из чего исходили. Безусловно, мы на это будем реагировать также.